Так, давайте, ребята, крайний бой. Все то же самое. Все то же самое, крайний бой, только и тот, кто угадает, на той арте я начну следующий стрим. Все просто. Так, что мы тут имеем? Тяжи, стэшки. Смотрите, я тут прям рядом нахожусь. Не, пойду налево. Потому что СТ-шек будет много в городе сейчас. Единственное, что куда я успею проехать, неизвестно. Тяжи, хэвик вправо пошел. Тогда я просто тут останусь, все, не хочу никуда ехать. Стремный вариант, конечно, справа может быть, если они его захватят, это место, то мне труба. Так, артобат у нас только зарядился сейчас. Сейчас он убивает К-40, к нему заезжает Чарфутюр, разбирает его. В принципе, артобату нашему хабец. Ну, как бы ожидаемо. Так что следующий выстрел у нас вот сюда. Ну, значит, что мы имеем положительного? Положительного, что они не станут по 7-8 линии. А так пока ничего хорошего. Как говорится, сам погибай, друзей выручай. Я понимаю, что меня подсветят. Так, что у них за артовод? Честно говоря, вот леопарда я там не ожидал увидеть. Я был уверен, что там никого не будет. Я имею в виду, откуда леопард пришел. Вот, смотрите, перезарядка. Вот это я понимаю тема. Чувак мне всандалил, и у меня перезарядка теперь 26 секунд. Вот это силище. Даже не знаю, тут оставаться все равно, наверное. Накрыл. Странно, что из четвертой перестал светиться. Хотя там банда у нас такая сидела на краешке. Ну, наверное, ушел оттуда. Я сейчас тоже, кстати, выстрел сделаю и налево побегу. Торт, конечно, мгновенно ко мне не приедет. Черт, в скалу попал. А ну, С4 что так и стоит. Точно вылетел пацан.
Гляньте, наши нацелились на него. Бачат его отстреливает. Смотрите, подарочных мне сейчас накидают. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж это за перелет такой? Да, с таким прыжком мог и разбиться. Я уже когда полетел, подумал, ну все. Куда они все делись? Что, сейчас сыграем в эти шашки. Он убивает Т-54, я убиваю его. Танк уничтожен. Вы видели, как все было? Я думаю, тортика они и так перебьют. За 4К перевалила суммарка. Ну да, 4500 нарисовано. И пятому совсем обидно. Андрей Тюрин, здорово. Всем привет и всем. Это хорошо. Ну, глянем сейчас, что за суммарка будет. Там кто только подошел, это у меня как бы крайний бой. Так. Что тут получается? 5-119. 5-119.